где ты лазишь? Это что, новая обувь? Да. А что, мне босиком идти? Босиком? Босиком, Лена? Это тогда что такое? Обувь. Обувь. Моя обувь. А, это только твоя обувь? Я что, женат на сороконожке? Моя летняя обувь. Бляха от сандалика. Здесь что? Сандалики. Хорошо, здесь. Тоже. Я чисто попробую, можно? Миракл! Ты что делаешь? Включаю тебе разум, Лена! Но это же... Правильно! Это правильно, женщины! Может быть, ты выиграл бой, но ты не выиграл войну. О, а у нас тут боевые действия разворачиваются, да? А это, я так понимаю, фельдмаршал? Лена, ну зачем такая большая коробка? И ты мне будешь говорить о больших коробках? Здесь твои сапоги. Да? Но смотри, как они рационально. Рационально укомплектованы. Здесь вообще все. Ра! Био! Наль! Но! Но и здесь ты влезла со своей туфлей! Нашлась вторая, а я думала, украли, честное слово. Лена, это свадебные туфли, зачем ты их хранишь, ты их один раз одела? Ну это же память. А где твои свадебные туфли? Вот! Вот мои свадебные туфли, 10 лет, с носу нет! Вот это память, Лена! А почему ты пришел с работы и их не снимаешь? А вечером футбольца с мужиками я в чем шпилить буду? Туфли работают, они гниют в картонных гробах. Хватит у меня орать! Это все мое, и это все мне надо! Женщина! Это что такое? Это обувь, которую я уже вряд ли надену. То есть скамейка запасных? Так, а ну-ка все на поле, быстро! Быстро на поле, я сказал. Лена, я даже помню каждую фразу, после которой была куплена каждая эта пара. Игорь, это тебе не Китай какой-нибудь, это чистая Италия. Ну и что, что это Китай? Зато как они смотрятся на ноге. Я в магазин за гречкой. Мои любимые. Игорь. Пусть это и не мой размер, но за такую цену их грех не взять. Таких больше не будет. Представляешь? Я нашла свой размер. Лена, я этих братьев Березуцких с команды вышвырну. Понятно? И вообще... Все это я высверну вместе со шкафом, все эти лодочки, дудочки. Ленка, ты что, до сих пор их хранишь? Ну да. Это ж те туфли, в которых... которых я была на первом свидании. Да, я как сейчас помню, ты была в этих, я был в этих... Падебных? Ну, тогда они еще были выпускными. А, вот видишь, Игорь, это все память. Это наше первое свидание. Это наш первый Новый год. Это наша свадьба. А это, Лена, моя жизнь. Ну, хоть теперь я понял, сколько пар обуви женщине для счастья надо. Сколько? На одну больше, чем у нее есть. На две. На одну. На две.